Что за хрусточка? Это самая первая карта, вот эта. В бадочке была. Блин, хватит. Так, окей, окей. Там нам нужно сзади двери открыть. Типа это самое такое. Первое, что нужно сделать, наверное, и не спалиться. Уже взломал. Угу. А что дальше? Так, подождите. Отключить питание ворот. Отключить систему защиты. Система защиты, по-моему, на втором этаже находится. Там охранник. Так, где там тот охранник? А, блин. Ты сейчас спалишься. Блин, это маску нужно одевать, чтобы этот, чтобы его немножко успокоить, так сказать. Ну, короче, да. Блин, а что так фризит? А, задержка сети лишь? Странно. Очень странно. Так, нужно сейчас дождаться сброса оборудования, тогда норм будет. Так, а вроде уже скинули. Уже там на крыше. Угу. Ой. Блин, очень странно. Драйвера на видеоху обновил, оно что-то начало фризить, блин. Так, блин. Поехали. Здесь шо? А, ключ карты нужно. Тогда поехали ложить. За рульника надо отдать. Так, вон. Так, сейчас надо мешочки брать. Мешочки брать нужно эти. С запалом этим. Они вроде бы тоже крышные. Ты очень странно, блин. Их много там. Убавить.
Вообще, там, ну, я, кстати, играл на вот этой дороге ярости. Вот там жестко реально. Это еще такое полегче. Да, блин. Так, еще термит там. Жаль, времени нету, по которому оно типа показывает, сколько осталось. Сколько еще типа термита нужно. Блин, включили эту хрень. А, этот, воду. Сейчас я уже выключил. Типа, чем чаще этот включаю, то оно назад откатывается, походу. Вообще здесь можно главного типа взять в заложники и там типа кинуть и открыть через двери обычно, типа. Ну это сложнее там, типа. Главное не спалиться. Потому что все потом только открывается, когда ты маску оденешь. Жара на первом этаже. Ключ-карта. Там на крыше можно что-то открыть, по-моему. Непонятно, правда, что? Так, окей. Можно теперь залазить. Давай. Все, можно денежки забирать. Так, что там за место встречи? Оу, зачистить территорию нужно еще. Так, окей. Как здорово, как здорово поставить.
Могу здоровье поправить. Там можно обменять, по-моему. Если... Ну да, мы же-то не брали ничего такого. А, или ты... Ну все, чел, скину. Тут в хранилище. Спустись там. А, уже нету, ладно. Уже нету. А я там никак не могу. Не, нам нужны эти сумки с лекалками. Нифига себе, здесь снайперов. Ай, блин. Жестко. Если у тебя серьезная пушка заряжена, то можешь, в принципе, взять. Там она вообще мощная тема. Сколько вас здесь? Да их здесь будет вообще много, блин. Да ё-моё, что там еще взорвалось? Ты живой, да? Угу. О, там бьют-то. Да ё-моё. Так, а кто, блин? Что я так и не понял, меня кто-то так нормально всадил по мне. А мне нужно 30 секунд подождать. Сейчас вернет в игру, если... Главное, чтобы никто не понял. Там спецназ крыши.
Ага. Блин, патрона нету. Ну это вообще попадалово. Полнейшее. Помой. Я вижу. Блин. Вот это... 20 секунд надо было пройти. Да нет, это вообще что-то слишком прям. Что не нажимать? А, переиграть уровень. Сейчас 12. А, ну. 3 секунды. Сейчас переиграем нормально, чтобы было. Да, нам, походу, нужно было побыстрее этот. А вот вынести тоже, все. У тебя тоже подрагивает игра. Да, да. Да. О. Это, наверное, проблема с сетью. Ну, возможно, кстати. Я бы это выиграл, а там оно не подрагивало. Не, ну, у меня иногда было, но, типа, я может, вчера нормально играл. Типа, два видоса. Может, сервера? Может. Так. Попадите в банк. Нужно поаккуратнее нас. Мы вдвоем, то в принципе. Ботам, кстати, можно сумки давать, потом так быстрее переносить, типа. Чтобы они за нами ходили. Тут охранник стоит. Угу. А у него там ключ карты нету? Hey, watch it, will ya? Нету. Потому что я у некоторых замечал, там ключ карта сзади. Открывай это ворота, я посмотрю, он идет сюда. Он идет, охранник идет сюда. Нормально, нормально. Успел. А, эти вот. Здесь еще один. А, он дальше. Вот он идет, я его вижу охрану. Так, вот. А, блин, ключ-карта нужна, чтобы зайти? Не, подожди, не, вроде. Здесь, по-моему... Блин, камера. А как туда в банк? А, туда охранник. Да вот это, чтобы потише было, да. А, здесь уже открыто, кстати. А это через окно нельзя? Не, там оно в маске только доступно, типа прыгать.
Сейчас карточку возьму. У охранника внутри карточка получается. Я уже взял, сейчас открою. Где она там, блях? Во. Это системная защита, да? Система защиты, вон. Так. Питание замка. А где оно? Вот, вот это я не помню уже. Это я реально не помню. Походу внутри где-то находится. Нужно внутри, короче, искать. Там охранник должен быть. Блин, вон он стоит там за углом. А что надо? Карточку дать? Или что? Блин. Спалился немножко. А где там еще карточка? Тут есть. Меня охранник запалил, хочет арестовать. У меня тоже есть карточка. Да ё-моё. Ну, придется уже, конечно, побыстрее. Нам бы директора где-то найти, там можно было бы открыть. А, эти ворота оно открывает, я понял. А где здесь комната наверху? А, вот оно. Понял, здесь рубильничек внутри. Получается, но во втором этаже есть. Ну, так как мы спалились уже, смысла нету. Блин, вроде на нормальном играем, такое ощущение, будто это, наверное, что-то пожёстче. Так, термит нужно взять. This is interesting. An executive working at Wixia has a safe deposit box here in this bank. If you pass, try to find which box it is.
Да куда побежал полицейский? А, его нельзя трогать. Понятно. Там снайпер. Ага. Там водичку нужно выключить. Затушит этот. Термит тушит. Я выкрутил. Угу. Руки. Да, блин. Где он? Этот... Ой, задолбали, все включают, включают воду, блин. Я её выключил. Ну, они включают. Ой, иногда. Кто включает? Ну, полицейский или кто там? Что они там взламывают или типа того? Блин, первый раз вижу, что так много включали. Где-то, надо. Где-то походу челы какие-то там стоят, включают. Так, окей. А сколько вас тут? Да. Андрей. Ты не можешь посмотреть, еще один тебе будет здесь или нет? Нет, не буду. Да, посмотри. Здесь не буду. Манка. Ты никакой у нас 23-я. И сейчас небольшие возмущения. Суббота 23-го. Понедельник 25-го сентября. Небольшие возмущения, слабая буря, умеренная буря, сильная буря, шторм, экспериментальный шторм. А что это вот это? 9-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 9, погоди, а сегодня у нас что? Сегодня магнит, а. Суббота. Да, в субботу ничего нету. Ну, да. А воскресенье? Завтра воскресенье. Слабые бури. Вот. А воскресенье слабые бури. И в понедельник. А сегодня чисто. Вот 18-го и 21-го были. 21-го. Позавчера были. Ничего нету, да, строка чистая. Зуба. Не обязательно магнит бить бури, мало ли все. Понервничала, воспаление. Потому что этот пол взорвался, да. Let's get out of here. The escape van is on its way. Head to the main road.
Алло, там пол взорвался, да? Ой, да, алло. Да, денежку нужно забирать. Там только типа с краской не нужно забирать. Я их не успел обезвредить. Алло. Алло. Бля, мы где? Можно подключить? Оружие подключить? Нет, прям в игре можно подключить к другому. Не знаю. Нам сейчас главное машинку дожидаться и потом нормально будет. По-быстренькому там пару мешков перекидывать. Да, блин, когда он ляжет-то. А, тут еще надо 4 минуты ждать. 4 минуты. А, все, он блин, а он на ту сторону, что ли, подъехал? Не очень, конечно. А в чем он? В смысле? Хочу боту деньги кинуть, а он что-то не берет. Тебя что, опять выкинуло? Yeah,
Все, я эвакуировался. Сколько? 3 сумочки забрали. Пригласи меня в команду. Пригласи в команду. Пригласи в команду. Сейчас. Так, окей. Можно полегче сделать. А, здесь нету. Здесь только нормально и все. Дальше там самые жесткие идут. Что это еще? Типа легко. Кроме одного не готова. А какую ты игру ждешь? Да, не особо. Учитывая последние релизы, то что-то не особо хочется ждать. Не знаю, пацаны будут аккуратны или нет. Или сразу. Откуда сразу? А камера, по-моему, в разных местах появляется, или
Или нет? Такое ощущение, будто она дальше была. О, сейчас кого-то запалят. А, все уже, да? Так, ладно, этого на улице нету вообще ничего. Будут все здания. Так, а здесь есть немножко здоровья пополнить. Да, здесь, кстати, генерируется по ходу комнаты. Потому что здесь совершенно другая комната. И камеры тоже, походу. Жестко. Я не замечал, кстати. Красный ключ карты нужен. Ну, это у охранника только. А можно все тут пойди по-тихому, да? А, ну да, походу. Маску. Тут главное, чтобы... Да, маску одевать заранее, походу. Тут главное, чтобы они не вызвали полицейских. Ага, да-да-да. Походу. Hello, dispatch? Yeah, I'm good, but I just tripped on a fucking step. This shit is dangerous, man. Блин, жаль, их нельзя носить. Кого носить? Ну, этих охранников, чтобы убрать, типа, с видного места. Тут еще один охранник. Возле какой-то двери. А где кабинет, блин, главного? Помню, где-то на втором этаже он был. Или на первом. У чела синяя ключ-карта, а у кого-то да красная. Блин, вот это реально, они походу меняются и искать приходится. Да, жестко. Вот карта. Вот я нашел карту, а не другой. Другой поиграл. Так, окей, вроде чисто. А, забрать тело можно. А почему на то наверху нельзя было? And you wouldn't even notice. Nutcracker. Balloon animal. Clarinet. Monkey spasm. Сейчас на территории какой-то походу охранник там.
Или еще кто-то. Может, друг друга ищут охранники. Ага, возможно. Там в этом в улице еще один охранник стоит. Ну, пускай там пока и постоит. Может, что по-чистому сделаем? Вот чел уже там двери открывает. У кого ключ и карта? Вдвоих. Ага, вот чел подошел. Сейчас взломает. Так, это снизу где-то. Так, эти открыты. Так, а вот теперь нужно уже подтолкнуть заложника. А, они взяли. Отлично. Компьютер управляющий, кто меня заметил? В смысле? Hey, надо код вести. Девица. Все, самый первый подошел. Все вроде. Wixia has come far in the development of quantum computing components. I'm gonna look into this some more. Нужно денежки перекидывать туда, там, чтобы быстрее. Чтобы быстрее было. Красители нужно деактивировать. Тут сигнализация. Там сигнализация. Угу. Все вроде. Тут еще краска у них. Сюда. Сейчас, по идее, по-тихому выйдет. Ну да. Походу выйдет. Ладно, теперь не спалиться как-то. То можно, конечно, профакапить. Так, все, здесь уже больше ничего нету. Там только ячейки вот эти взламывать и все. Там туда это запали. Там еще в улице. Еще один охранник. Угу. Обезвредил.
Там этих нужно связать. Yeah, sorry. I just needed to tell someone. You know Bosch, right? В смысле? Вот это попадалово. Я же ответил на звонок, почему? А, может, этот сбежал один? Заложник? Блин, фиг его знает, короче. Сила быстрого реагирования на подходе, ага. Блин, а как машину вызвать? А, вон там нужно это открыть. Ну, короче, можно сейчас по-быстрому. Нужно просто, чтобы машина по-быстренькому приехала. И можно все перекинуть. Полиция только банк. Только в банк заходит. Типа самые первые, они не настолько жесткие. Там еще снайпер на крыше. Там еще спецназ на крыше. Тут еще три сумочки осталось. О, машина подъехала. Тут какой-то был противник ниндзя. Ага, да-да, есть такой. Да вроде все. Вроде мы все забрали. А, ну да. Это все сумки плюс 3000 где-то потеряли. А, 7000 потеряно. Короче, походу полицейские забрали немножко. Блин, глушитель на шестом уровне откроется для эмочки этой. А чем тебе не нравится Пиноккио? Да я просто соуса не особо играю. Если бы я щитами играл, ну такое. Мне просто не нравится это. Интерес падает слишком быстро.
Тут, кстати, перки можно качать. Очки и навыки там, типа, открываешь. Можно прокачивать. Ну, я только начал. Масочку купить можно. Сколько у тебя уже денег? 290, почти 300. А, у меня уже миллион, я там пока наиграл. Еще прикольно с ювелиркой. Но она, наверное, у тебя закрыта. Хотя... А, ну да, она открывается, когда, типа, предыдущие... Сейчас на второй пойдем. Но второй тоже такой, наверное, тяжелый уровень. Оля, привет. А это можно купить? А, тут торговцы. Угу. Это оружие. Да, оружие там дорогое, в принципе. Глушитель. Глушитель. Ну да, да. Ну, глушитель там модификация, когда в инвентаре, типа, снаряжение. Модификация R на R. И этот можешь поставить. Ну, там тоже качать нужно оружие, чтобы его ставить. Тут маска. Снаряжение. О, персонаж. Есть все пожестче оружие, там нужно валюту, типа, покупать. Валютный брокер, вот этот, и К-блоки купляешь. 90 тысяч 10 К-блоков стоит. Зато там оружие прикольное. А, это другое. Перчатки, костюм. Костюм. Еще, кстати, зиплайн есть. Можно на нем, типа, с высоты передвигаться. Ну, не знаю, я пока не заметил здание, которое... Можно так именно воспользоваться. Это если все на крышу, типа, закинуть, а потом зиплайном там, типа, соединить. Не знаю. В обучении можно пройти, посмотреть, как оно работает, типа. А я не знаю, ты там уровень же качнул. Там, типа, уровень нужен. Я не помню какой. А он на первом уровне открытый. Ну а где он? Где его искать? А, зайди в это снаряжение, нажми на пистолет и там, ну типа на пистолете R модифицировать. А, модифицировать. Насадка. Угу. Глушитель у меня занят, и тут замок. Замок. Тут замок. Глушитель обелиск. Он вроде с первого уровня открывается. Или первый уровень, четвертый, третий уровень. А, да это ты, наверное, на М-ке. Пули... А, ну, на другой пистолет. А, на другом. Ну, я не знаю, я типа... Другой пистолет или... Ну, на стандартном там можно, в принципе, на первом уровне еще поставить. Сейчас наверное. Будем ждать. Насадку.
Не, закрыты игрушки. Ну, значит, надо качать. Надо качать. Тут еще можно их покрасить. Еще можно их покрасить. Да, кастомизации навалили. А я как не высекулю? Скажи. Да просто там стрелять, наверное. Он качается понемножку. Там еще ачивок тоже куча целая прям. И испытания. 639, типа, каких-то заданий по этому, по ограблению. 89 карьера и, типа, в бою 408. Это, типа, походу, прокачка. Очки бесславия. Уровень типа качается таким образом. Ой, да, дальше пойдем. Давай вот это ювелирочкой. Там вроде она такая тоже прикольная. А ты что, стрим не делаешь? Пригласить я случайно вышел. Я сам присоединился. There it is. Ashton Fine. Mask up straight away or go in silently. Your call. О, тут ювелирный магазин. А людей не знаю как. Так, ну что там, поехали. Ах, смотреть ювелирный магазин, это что? Типа, изначально нужно зайти в этот. Ювелирку надо зайти. Так, крадите драгоценности. Классно. Куда ты там зашел, что они тебе? Ёкани бабай. Я уместнее как-то. А уже не нужно. Уже можно и так просто. Тут какая-то хрень надо. Да уже не надо.
Иди разбивай, забирай эти драгоценности. А я в подвале каком-то. Ну, надо код. Не, вылетает игра. Тю. А шо не так вообще? Игра вылетает. Не знаю, у меня редко что-то вылетает прям. Я тоже редко вылетаю. Это Форда, так не вылетала. А я жду из игры, я иду подъем. Фибисов. Звездные войны. Который выйдет в том следующем году. А, ну да, я смотрел. Прикольно, да, игрушка. Мне тоже понравилось. А как тебе Старфилд? Как тебе Старфилд? Старфилд? Да. Да такой, такой. А мне она понравилась очень. Потом я моды начал ставить. А модов много. Ну, я не ставил. Мне... Там моды это... Не знаю, такое. Там плюс еще модов потом. Их 100, да? Ну, оружие. Помышляю. Одежда, оружие, потом это, предметы. Я в Skyrim когда играл, я ставил там моды. Я в Skyrim тоже играл. Давным-давно. Да-да. Но моды не знают. Не ставил, там были такие моды хорошие, что он типа... Удобненько то делать, там крафтить что-то и так далее.
Тоже беседно. Угу. А вот эта вот игрушка, которая про вампиров, даже на новой видео не улетает. Ошибка. Так, я уже почти. Блин, это что, серьезно? Нужно заполнять прям все. Оно не загружает, да, тебе в игру? Загружается. Игроков в гробе. Сейчас должно пропуститься. Загрузка. Тогда вот почему надо ждать. Cheers. I'll take that. Blimey, look at that. А где машина? А, там вертолет. Вертолет. А, вот последний, походу. Вертолет. И как туда? Так, ну, в принципе, наверное, можно выходить, или там еще что-то есть внизу. Да, блин, опять этот ниндзя какой-то. Блин, а где это-то? А, в подвале что-то. Типа вип-зона какая-то. Типа больше лута было или что? Ну и что здесь использовать? Здесь же ничего нету. Point.
Так, а давай, наверное, на выход. То мы сейчас потеряем все, что есть. Там их много. Куда забить? Все нормально. Ну, в принципе, да, она довольно легкая, даже на двух нормально так. Да. 54 тысячи. Ну да, да, там нужно было, походу, еще где-то. В VIP-комнате, наверное, там больше всего. Прогрессив команд. Пригласим в команду. Че? Че, вроде показалось, что там открыто что-то, но... Глушитель типа открыло. Но что-то нифига нету его. Мне уже катает уровень. Ну да. Просто заранее будто показало. Какое задание выбирать? Давай еще раз это. 300 тысяч там можно взять. Ё-моё. Ну да, это VIP-комнату нужно открывать. Лицом. Ну да, там тебе задания нужно выполнять. Типа, то там открой, здесь открой. У охранников еще, наверное, ключ-карту нужно забирать. Тихо. Тут тоже, походу, можно по-тихому. Ну да, да, здесь везде можно по-тихому, просто, ну, типа, одну карту там, не знаю, наверное, нужно часа 2-3, там, 4 сыграть, чтобы понять, что куда и по-быстрому как действовать. Ага. Ну, чтобы хоть понимать, что тут делать. Тем более еще они типа рандомно раскиданы все комнаты, вот это дополнительные, точнее, комнаты. А с той стороны там что-то есть? Может, здесь как-то можно зайти попроще. А, ну да, здесь вот ворота. Не видно, где тут охранник, блин. Ага, вижу. А тут карта у него есть, да. А у него нету нифига.
А, нужен QR-код. А где его взять, блин? Check the save. Watch the save. Don't touch my purse. Блин, и опять. То ли какие-то ворота здесь, то ли что это. QR-код, а где его взять, блин, этот ваш QR-код? Wi-Fi код, блин, есть. Ага, есть какой-то QR-код. Во, я VIP-комнату открыл. Там просто QR-код нужно было найти. Только что сумок здесь нету. Есть типа мелкие вещи. Только вертолет, да? Угу. Нужно ждать. Или он уже прилетел? Не знаю. Так, вот здесь еще что-то. Сумок нет. А, Джеверли Воркшоп. Нам нужно комнату эту рабочую, мастерскую открыть. Там, походу, висит все деньги. А, вот здесь же. Нужен синяя ключ-карту. Там двери нужно открыть. У меня она ключ-карта. Иди сюда двери открыть, вот здесь.
Там какую-то то ли блокировку, то ли что-то открыть нужно. Сейчас зомби брошу. Так, а подожди, вот это она, не? Уже вот это. А, вот блокировка. В этой комнате. Красный ключ карта. Так, окей. Где там этот воркшоп? Тебе все равно закрыто. Я что-то вообще не понимаю, как оно открывается. А, вот витрина. Они да. Высовываются, получается. Нифига себе, вот это. Так, следующие попытки эвакуации. Ну тогда. Да, слушай, нужно походу сумки достать. Где тут еще? Это все, что ли? А, вот же еще. Так, окей, нам на улицу нужно дальше бежать. А где еще один бот? Где-то был еще один бот, ему нужно закинуть сумку. Все, можем, в принципе, наверное, скидывать туда. Там меточка есть белая, вот эта. Да. Да.
Блин, все за какую-то херню закидали. Ай, блин. Задрал этот мужичок. А вот этот что бегает там, типа. Как ниндзя, блин. Тащи сумочки до вертолета. Ну, тут их много. Да хоть по одной перекидывай. Или поближе, что, чтобы можно было сразу. Кто там валяется? Это бот. Уже целая толпа этих полицейских уже. Ого. Нифига себе, они начинают валить. Походу нужно реально уже выходить. Жестко там прям целая толпа, блин. Блин, еще меньше, чем тогда. Что-то людей мало. Как-то. Что, еще раз эту?
merchandise with premium items in the VIP showroom. I have reliable information saying they just received the large shipment of blood diamonds. Дальше поиграть. Что говоришь? Не хочешь дальше поиграть? Ладно, Вонг. Шо-шо? Ну, Резидент. А, Резидент. Да не. Да. Дальше новое, правда. Да не особо, я Резиденты... Якби... не особо любив іграти. Я, наверное, первый. Первый это, наверное, пятую часть прошел. И все, а эти не проходил. Ну и четвертый. Ремастер. У меня вторая, седьмая, восьмая. Третья. Третья, это тоже ремастеры, да? Да. Тут чей-то телефон. Там, валяет. По-моему, QR-код. Там вроде да, можно да. Yes, hello. This is not the security guard. He's dead on the floor. I'm here with my crew to rob the place. А, там Ангел Арм есть. Я понял. Там типа три человека, наверное, можно. Или три охранника можно только брать. Что тебе потом заподозрят. Отвечать на звонок, типа. Еще телефон валяется. Don't touch those display cases. It'll set off the alarm. Try the basement for a way to disable it. Would you look at that? Ну надо карту. Подожди, может вот этого? Чувачок, а ну давай попробуй. Не? Нету у тебя такого? Ну ладно. А как? Как она поднялась? Странно, ну ладно. Что-то не то тронули, короче. Я вскрыл замок. И сигнализация. Ну да, мы же сигнализацию сразу не отключили. Так, все забрали вроде. Только куда их теперь скидывать? Непонятно. Nice move.
Блин, гражданского убил случайно. Блин, жаль, что... А, я несу сумку. Жаль, что непонятно, кто менеджер здесь или как он там. Чела там, наверное, нужно прислонить или что-то типа того. Джерли Воркшоп как-то ее тоже. А, вот здесь нужно пацана этого. А он как раз и откинулся от гранаты. Очень. Уже ты менеджер. А ну пошли. А, походу она, слушай. Походу я женщину нашел, которую нужно прислонить к этому идентификатору. Mm-hmm. Давай. О, открыл. Так, и что здесь нужно брать? Там. А, подожди, что сюда ювелирку нужно или что? Я что-то не понял. О, тут это, тут а, блин. Сумку нужно, походу, сюда закинуть. Какую сумку? Я не знаю, здесь типа этот воркшоп вот этот открыт. А сюда, походу, ювелирку нужно было кидать. Ну, по идее. Здесь есть какая-то, слушайте. Походу поспешили мы немножко. Нам нужно было, походу, что-то оставить. Проверить. Воркшоп вот этот. Тут тяж. Ну да, там типа место закидывания. Походу нужно было туда ювелирку скинуть, и тогда было бы то ли больше, то ли хрен его знает. То нужно смотреть уже. Другой.
Так я опять 59 тысяч. Так, что, давай последнюю, наверное, сыграем и... На этом закончим. Такс. Что его попробовать? Дорогу ярости попробуем? Давай. По-моему, это только полиграфии. Так, сейчас. Там нужно машину, типа, переправлять через мост. Машину через мост. Да, да, сейчас увидишь. Ну, там тоже непросто. Совершенно. Блин, людей мало. Мне кажется, здесь побольше нужно людей. Ну ладно, давай вдвоем попробуем, в принципе. О, поезд. А, там еще два бота. Угу. Ты, если что, на ботов кидай сумки на Q, и они будут носить за тобой. Угу. Так, подготовить засаду нужно. Так, минута до генератора закинуть сейчас. Ложи этих чуваку. Тут какой-то фургон едет. Да-да-да, сейчас Эмми сработает. Так, уже тревогу подняли. Так, где там устройство руления? Вот оно. Сейчас заберем. Там еще тропы нужно ставить тоже. Тут машина проехала.
Watch the hostages. Rescue units have arrived. Так, окей, сейчас она здесь приедет. Так, там тропы сейчас нужно будет переснимать. Кого переснимать? Вот эти. А, да, где кольцо? Да блин, почему не выделяется? Там снайпера. Колесную рампу. Все, она сейчас будет опять двигаться. А что? А, подожди, его запустить нужно или что? Вот эту хрень. Там снайпер. Угу, сейчас уберу. Так, сейчас взламываем. Где взять патроны? А у тебя нету дополнительно на X? А, да, точно. А так вообще с этих, с полицейских выпадает, но там очень мало прям. Да. Так, что там еще? Все? Угу.
Все, вроде можем взламывать здесь и забирать. Где взрыв? В машине. Там все снайпер. Так, нам нужен сигнал об эвакуации дать. Блин, он меня положил. Да блин, где этот... А, он уже появился самолет. Пью. С другой стороны только. Может тогда перекидывать по-быстрому сумки. И сваливать. А, там нужно было взламывать. В машине ячейки. Собирать деньги. Что-то прям очень сильно здесь кретают уже. Да, вот эти ячеечки. Я его возьму. Где у нас боты? А, у бота уже есть. Короче, сейчас нужно по-быстрому бегать, закидывать. Пока тут опять не штурма не... Пока нету тут штурма. Не у всех, тут не у всех. Ну да, не все там. Вот здесь бутерброд вообще. Все. Блин, опять штурм. Ах, ты собака, блин. Семьдесят 5% есть уже. Mm.
Ух, еще закинули. Ну, либо уходить, либо еще взять. Хотя, я так не думаю. Давай уже уходить. Потому что мы еще здесь и останемся, блин. Он снайпер решил. А здесь вниз нужно просто спрыгивать и все. Что-то жестковато прямо. А что бутов нету? А если бы люди были нормально, чтобы можно было бы, конечно, все позабирать. 387 тысяч. Ну, здесь да, здесь добыча, конечно, побольше. Какая-то SAN открылась. Снайперская винтовка. А, тут еще снайперская. АК-47Q59 называется. Ну ладно, давай на этом уже закончим, в принципе. Давай. Удачи. И тебе тоже удачи, давай. Чушь, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.